Конечно, у Аполлона нет возможности в быструю атаку выйти. Однако вот сейчас неплохо. Выбросился Шишкин. Серасхов! Какая ошибка! Ведь здорово играл в подкате, а получилось прямо в центр случайно. Ответ Аполлона. Удар! Ой-ой-ой. И что? Да, да, мяч летает в сетку. И даже Боже мой. Вы смотрите, что на скамейке запасных Аполлона творится. Все началось вот с этой... Вы знаете, даже у меня не к Сираскову вопрос-то. У меня вопрос к тому, кто должен в середине там быть и этот мяч подбирать. Вот, смотрите, да? Падение. Трое бежали на одного игрока, провалились в середине. Потом подключение из глубины и, пожалуйста, из центра. Расстрелял при трех центральных защитниках из Коросла. И Тарасове рядом. Я хотел бы обратить внимание телезрителей на то, что в третьем матче подряд, если брать встречи с Аполлоном там, с Кубанью в Краснодаре и текущую игру, Локомотив пропускает из центра обороны. Причем две игры. Разминку вести. Робер. Право Аполлон. В любом случае, за то, как команда играет, не сушит игру. Ох, обводка какая здорово получилась. Голевой момент. Что же это, а? Это фантастика, как сегодня играет Локомотив в обороне. Это просто что-то необразимое и неописуемое. Павличенко на замену. И кто-то еще, да? Двойная замена у Кучука. Ну и здесь, конечно, просто. Как с Печиновичем. Они с Чирулкой разобрались. И после этого там все руками разводят. Дескать, как же это возможно? Вот возможно, из-под дюрицы, над плечом, так по-хоккейному. Мяч летает в сетку ворот. Ну и Гилермет тоже. Кого мог скрыть? Поджимают патриоты. Дани там попрессинговал и назад пошел. И четверка защитников постоянно около своих ворот. Ошибка. Дюриц сегодня уж наелся, так наелся. Ошибался на полчемпионата. Удар! Хватит. 3-0. А вот и 0-3. И скорая помощь, я думаю, кому-то. Леонид Кучка, покажите, пожалуйста. Что сегодня натворил Дюриц? Вот объясните. Забьют. Никуда не проходит, конечно. Вот потеря, вот разгон. Может, конечно, и дюрится. Не знаю, насколько Гильерми виноват. Удар, конечно, сумасшедший получился. Тюрам, да? Тюрам. Мимо рук. Вышедший на замену. Вот слово удар. Там ощущение, что для Аполлона уже игра кончилась. Главный тренер на поле, запасные на поле. Рефери еле-еле разобрался, разогнал своих, чужих. Вот и автор. Разик чуть не задушил. Разик и Тюрам. Я не знаю насчет Дюрица, Саша. Я нет. Эмоциональный эфемерный вопрос. Ну а сейчас что остается? А вот смотри, эмоции. Да? Остается смотреть, как бежит вперед. 4-2 ведут. Оттягивается назад футболист Локомотива. Изумительная передача. Все время подработает. Расстрелять. 4-0. Бог мой. Одинокий белый шарик летит, то есть увидит прямо над Кучуком, как белый флаг. Я бы, честно говоря, мечтал сейчас оказаться на месте кипрских болельщиков. Потому что вот такой выезд, это вот действительно мечта. Мечта, которая сбывается у этих людей на протяжении всего сегодняшнего матча. Лица такие, в центральном круге. Жалко всех вот эти вот козы. Самедов, Павличенко, Тарасов, Гранчук. Здорово! Павличенко! Здорово! Молодцы!